Приветствуем всех зрителей и подписчиков. Кто не подписан, просим подписаться на наш канал и поставить лайк, а также, чтобы не пропускать свежие выпуски новостей, нажмите на колокольчик. Спасибо. Темой для беседы в телешоу ⁇ Пусть говорят ⁇ стало самочувствие 81-летней актрисы, снявшейся в фильме ⁇ Бриллиантовая рука ⁇ Светлана Светличной. В телестудии была внучка звезды Мария которая известила, что бабушка пребывает в реанимации из-за поражения сосудов головного мозга. Перед госпитализацией она ощутила себя плохо и попросила вызвать ей скорую. Ее оформили в нейрохирургическую реанимацию, однако директор гильдии актеров Валерия Гущина рассказала, что актриса проходит плановое лечение. В соответствии со своим возрастом это плановое лечение которая связана с разными анализами, как у любого пожилого человека, рассказывала самочувствие Светлана Афанасьевна Гущина. Спасибо, что смотрели видео до конца. Благодарны за то, что пишите комментарии под видео. Это помогает нам в продвижении канала. Пишите комментарии под каждым видео, а мы выберем 20 пользователей, которые напишут больше комментариев под нашими видео, и отправим каждому по 50 долларов. Нужно обязательно быть подписчиком нашего канала и поставить лайк на последние пять видео. Берегите себя и своих близких. Будем благодарны за лайк и подписку на канал.